Прививаться или не прививаться – дело, конечно, добровольное. Но остановить пандемию, новые вспышки, может только вакцинация. Тем более мы относимся к социальной группе риска – работники школ и дошкольных образовательных учреждений, где мы ежедневно контактируем с большим количеством людей. Я и члены моего коллектива осознанно пошли на этот шаг. В прошлом году, переболев ковидом, я не хочу повторить опыт прошлого года. Первый день была температура до 38 градусов, но температура щадящая. До конца рабочего дня, не принимая никаких жаропонижающих таблеток, температура спала. Иммунитет, наверное, отработал свое. Человечество спаслось от тысячи болезней благодаря вакцинации. Мне кажется, нужно подумать не только о себе, но и о тех людях, которые находятся рядом с вами. Коллективный разум должен победить.